Уже почти 40 лет готовит мелиораторов старейшее в Белоруссии Смиловичское производственно-техническое училище. В ответ на обращение ЦК КПСС к партии и к советскому народу, будущие мелиораторы приняли обязательство добиться наилучших результатов в учебе. В училище занимаются свыше 1300 человек, детей колхозников и работников совхозов республики. Теоретические уроки подкрепляются практическими занятиями в хорошо оборудованных лабораториях, работой в специальных учебных карьерах. Недалек день, когда новый отряд выпускников училища внесет достойный вклад в работы по освоению новых земель Белоруссии.